Когда рассматриваются претенденты на должности судьи, если он, ну, все практически, скажем, по той же самой по видеофиксации там, за превышение, скажем так, скоростного режима там 1-2 раза привлекались. Но если этот претендент 10-15 раз он привлекался к административной ответственности, естественно, его рекомендовать не будут. Как ты можешь других людей наказывать, если у тебя у самого эти правонарушения имеют? Нужно же еще иметь и моральное право спрашивать с других в этой ситуации. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».